Доброе утро, день или вечер. Сегодня у нас 7 декабря. Я надеюсь, что у вас все хорошо. И давайте же приступим к очередному дню нашего адвент-марафона. Кратенький отчет за вчерашние подарочки. Итак, вчера у нас был лак под названием Iced Frappe. Про него я уже говорила и в прошлом году. Это очень приятный такой а-ля капучиновый нюд. Что в нем ценного для занятых, так сказать, для трудящих женщин и вообще, в общем-то, для всех, это то, что, в принципе, его можно нанести в один слой, он прекрасно все перекрывает и, соответственно, в общем, беспроблемно наносится, без всяких полосочек, без всего вот такого. Я буквально, я не хочу сказать, что мое нанесение тут идеально, авось лампа скроет огрехи, но я его вот прямо, это не фигура речи, не метафора, а я им красила ногти в темноте. Ну, так получилось. При свете лучины, можно сказать, вот, и ничего. В общем, поэтому, скажем так, как рабочая лошадка, он великолепен. Прекрасный нюд с сиреневатым потоном, который не краснит руки. Очень им довольна, буду им пользоваться. Что касается двух других продуктов, которые у меня вызвали больше вопросов, скажем так, чем ответов. Значит, я почитала про этот великолепный продукт, который называется Elasticizer. Ну, как бы он призван в общем и целом улучшить состояние волос, то есть он, наверное, не обещает какого-то там мега-лечения, но вроде бы они грозятся, что волосы будут и объемными, но при этом и гладкими. То есть вот это вот, знаете, обычно либо дудочка, либо кувшинчик. А что меня убедило его попробовать? Сразу говорю, шапочки у меня нет, и ходить я в ней не буду. Но все-таки в выходной день я нанесу его перед... позволю себе эту лакшери-процедуру. Объясню почему. Потому что здесь аромат... Господи, как же он называется? Гранат, да, так и есть, гранат и кассис, гранат и смородина. И он пахнет просто чудесно. И, в общем, знаете, это такой больше, такой получается, как, знаете, ритуал для удовольствия. Поэтому я его все-таки попробую, преодолею свою лень. И если вдруг моя шевелюра засияет и запружинит, я вам доложу. Я в этом сильно сомневаюсь, но, как, знаете, такой продукт приятного ритуала, в общем, меня убедил приятный аромат. А что касается вот этого масла, оно оказывается достаточно такой, знаете, знаковый бренд. Его даже Эмма... Сейчас, секунду. Эмма Харди. Такое какое-то многосоставное масло для лица уходовое, которая, по их мнению, приятно пахнет. Мне не очень нравится этот запах. У меня в какой-то, по-моему, в прошлогодней коробке тоже было, или в какой-то из витибоксов было масло, которое вот тоже пахнет такой кисловатой розой. Мне лично этот запах не приятен. Он достаточно интенсивен, как по мне, для средства для лица. И я, пардон за подробности, вот под такими масляными средствами, даже если наносить микрокаплю, разогревать ее там и вообще вот распределять очень тонко, я под ними чешусь. То есть у меня ощущение, что я, ну, парникового эффекта. Поэтому, хотя, в общем, еще раз говорю, что продукт оказывается популярный и даже самой Лизой Элдридж, ну, не продвигаемые, а поддерживаемые. Это для меня все-таки знак качества. Но я, в общем, буду баловать свои руки и буду использовать его как масло для кутикулы и для рук при экстрасухой коже. Я думаю, что руки заслуживают ничуть не меньшего внимания, чем лицо. Так что это будет мое гламурное масло для кутикулы. Как вы помните, с ароматом, в общем, это содержимое ячейки за вчера вызвало у меня немножко недоумение. Это был очередной, второй по счету флакон Ylang & Gold. Я не стала пользоваться Ylang'ом из своего замечательного флакона, потому что я решила закончить свою пробирочку, свой отливантик черного тюльпана, про который я вам рассказала вчера, и прямо... Ну, знаете, вот по сезону. Прямо я редко говорю, что рекомендую, но вот этот аромат любителям таких джемово-сливовых ароматов на красивые деревяшные подложки я рекомендую. В нем провела вчера день и просто
ну, просто чудо, и закончила его, чему я рада, потому что, в общем, хочу я заканчивать свои пробирочки и отливантики, потому что все-таки это непредсказуемое. Такая немножечко лотерея в том плане, какие атомайзеры парят, какие нет. И, в общем, я где-то в конце лета обнаружила очень досадные потери именно, знаете, тех ароматов, которые я покупала в самплах, очень много выпарилось, прямо почти, практически под ноль. Поэтому я думаю, что моя политика в этом смысле, ну, она и так такая, но просто я буду, скажем так, себя заставлять перебирать почаще, что если аромат мне в отливантике, который кто-то из моих дорогих друзей мне предоставил, или я купила его на одном из сервисов, если мне нравится, ставить его вперед очереди и пользоваться им поинтенсивней, в общем, ну, по сути, заканчивать, да, если... Я просто его приобрела, ознакомилась, поняла, что не мое, я его передаю как можно скорее своим парфюмерным друзьям для ознакомления или, ну, тем людям, которым он подойдет больше, потому что хранить, вот, чахнуть над всем этим златом смысла нет, все-таки многие атомайзеры парят. Это не относится к фирменным пробникам, но их тоже держать у себя завалы смысла нет, поэтому я считаю, что надо делиться, меняться, вот. Долго про это все рассказывала. В общем, это мы закончили. Он у нас пойдет в мусорное ведро. Давайте же приступим к сюрпризам нового дня. Традиционно начинаем со свечки. И сегодня у нас 7 декабря. Давайте же подвергнем наш маникюр испытанию. И у нас такая белая, белого цвета свечка. Вот она-то, наверное, как раз Frankincense Myrrh. Такой очень приятный запах пудрово-смолистый, что ли. О, интересно, какой аромат. Давайте я ее зажгу. Зашлась, зашлась. Все, антураж у нас на месте. Давайте же приступим, продолжим распаковку. Итак, что касается лаков, у нас с вами сегодня 7 число. Посмотрим, что нам приготовили сиаты. Так, ну, такой очень, я бы сказала, праздничный цвет. Металлик, называется Golden Hour, золотой час. Мне нравится хороший такой, я бы сказала, бронзоватистый. Посмотрим, тут все зависит от того, как он будет наноситься, но очень по сезону. И, знаете, такое сочетание вроде бы и праздничное, и в то же время как-то, я думаю, и достаточно нейтрально. С удовольствием его примерю, красивый очень цвет. Так, следующим номером у нас будет Look Fantastic. Так, это какой-то тюбичек, я так чувствую. Так, это той же промотируемой фирмы, по-моему, тушь у нас была, видите, как перекликаются британские косметические вот эти все наборы, то есть насколько, видимо, определенные компании включили в свои маркетинговые планы продвижение через вот именно адвент-календари, потому что вот эта тушь, которая у нас была в календаре Marks & Spencer, это та же марка Aiko. Aiko, британская марка, и это вот тоже тушь, но другого, так сказать, типа, другого формата. Выглядит также немножечко, то есть ворс не силиконовый, немножечко загнутая. Ну, попробуем. Такие они обе, в общем-то, малютки. Драма и завиток, драма and curl. Ну, попробую, попробую. К той синенькой туши, кстати, не прочитала, что из эффекта надают. Я потихонечку приноравливаюсь. Знаете, раз уж, как говорится, есть, то будем работать с тем, что есть. Так, теперь у нас Marks & Spencer. Такая достаточно объемная коробочка, номер 7. Christmas Kisses. Я думаю, что это будет продукт для губ. Наверняка это намек. Давайте проверим. Да, в общем, это... Berry Lip Fix, ягодный, какой-то ягодный бальзам для губ,
который призван восстановить ваши губы. Ну, сейчас самое время, в принципе, пользоваться всякими бальзамами. Давайте я его нанесу, понюхать чисто. Это, наверное, прозрачный, я так думаю, бальзам. Будет ли он выдавливаться? Он, наверное, густой, да, как многие такие. Так, я сейчас прилагаю очень большую силу. И что-то он не хочет уходить из домика. Знаете, это загадка какая-то. В общем, да, после такого настойчивого обращения... Ой, пахнет очень приятно, действительно, ягодками и фруктиками. Я думаю, что им хорошо пользоваться, наверное, на ночь. Ну, я попробую его, может быть, он так комфортно ощущается, что и на день нормально. В общем, очень хороший сезонный продукт, восстанавливающий бальзам для губ с очень приятным ягодным, но таким нежным ароматом. С удовольствием буду пользоваться. Мне кажется, очень практичная вещь, всем подходит. Я еще вот такими... такого типа средствами, чтобы не носить сразу много в сумке, я им еще и на кутикулу пользуюсь, потому что, конечно, вот такой 12 мл такую тубу, это ж за всю жизнь не израсходуешь. В общем, я довольна. И переходим к парфюмерной части нашего марлезонского балета. Сегодня у нас номер 7, что-то такое маленькое будет. Я волнуюсь, что же это будет. Так, ничего страшного. Сегодня у нас Мон Парфюм. Это Мон Парфюм, я так понимаю, оригинальный. И, наверное, он чисто теоретически может подойти к атомайзеру, который был у нас в комплекте. Мон Парфюм замечательный. Я в Мон Парфюме, значит, завтра проведу день и вам расскажу о своих впечатлениях. Но проведу я день не в этой пробирочке, а в то, что у меня уже есть. Очень много смысла мне, конечно, было покупать этот календарь. Вот, ну, как говорится, главное же это вот процесс. Вот, это был мой парфюм. И последним номером нашей программы у нас будет свечная история с циферкой 7. Так. И тут нам предлагают зелененькую, наверняка, елочную, ну такой, знаете, сладкий. Вот если та сосна такая была, ух, то это такой просто сладковатый аромат с небольшим елочным акцентом, очень новогодненько. Сегодня на завтрак у нас, как, собственно говоря, и вчера, вот такие немножечко, я бы сказала, порочно выглядящие плюшки. Вот, ну это у меня, может, настроение же такое игривое. Ну, неважно. В общем, вот такие замечательные беленькие бисквиты. В свой выходной день я обязательно посещу всяческие рождественские шопинговые мероприятия и приобрету каких-нибудь извращенских рождественских десертов, вот типа оленей, которые впечатлили многих людей. В общем, посмотрю, что там есть интересного, сладкого на рождественскую тему. В конце концов, раз в году бывает вот такой разврат. Ну и так, что у нас сегодня? Лак, ставлю ему плюс, завтра вам покажу. Мон Парфюм хороший вариант, и я думаю, что он подходит к атомайзеру, который был в комплекте. Бальзам для губ, тоже для ресниц. По-моему, все очень даже практично. Уловом сегодняшнего дня я очень даже довольна. В общем-то, и все на сегодня. Хорошего вам дня. Увидимся завтра. Пока-пока!